Сахайнел Хагарим, Мехайне Яво Хезрим, Хезрим Хим Адонай, Осе Шамахим Вахарец, Але Йетен Ламо Траглеха, Але Яну Мшомреха, Хиней лояну мы велоишан, шомер Исраэл, Адонай шомереха, Адонай цилха, алейяхат ямінеха, йомам гашем шлоякека, веяреях балайла, Адонай ішморех мікол рага, ішморет навшеха, Адонай ішморцетха увогеха, меята вегадеголга. 121-й псалм. Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь — сень твоя, Господь — хранитель твой. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь теперь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Мизмор ле Давид, Адонай рои ло эхсар, бенедеши ярбицейни, алмей мнухот енахалейни, навши ешавев янхейни, вемаглей цедак лиман шемо, гамки элех бегей цалмавет лой рараки ата имади, шифтехау мишантеха, хема енахамуни тарох лифанай шулхан, Негет сарарай, дишанта вашемен роши коси ревая, ах, тов вахеса тердефуни кол емей хаяй, вешавти бивейт Адонай леорах ямим. 23-й псалм. Господь мой пастырь, не буду я в скудости. Он располагает меня на пожитиях травяных, водит меня к водам безопасным, укрепляет душу мою, водит меня стезями правды ради имени своего. Даже проходя долину и смертные тени, я не боюсь, ибо ты со мной. Твой жезл и посох твой успокаивают меня. Ты ставишь предо мною стол в виду врагов моих. Ты умощаешь елеем голову мою. В чаше моей влага, да сопровождают меня лишь благость и милость во все дни жизни моей, дабы я возвратился в дом Господень на многие годы. В еврейской Библии есть короткое стихотворение, которое прекрасно описывает черты еврейской женщины. Это как бы является гимн еврейской женщине. И я хочу зачитать отрывок из этой короткой поэмы, потому что слова, которые описывают еврейскую женщину, прекрасно подходят к образу Татьяны Шурслеп, чью кончину мы оплакиваем сегодня. Эта поэма называется «Совершенная женщина». Кто найдет женщину столь совершенную? Дороже жемчуга она ценою. Уверенное в ней сердце мужа ее, заработанное не будет растрачено. Воздает она ему добром во все дни жизни своей. Могущество и великолепие облачения ее, и с улыбкой ожидает она грядущий день. Раскрывает она свои уста и произносит мудрые речи. Добрые слова слетают с уст ее. За всем, что происходит в доме, наблюдает она, и даром хлеба не ест. Встают ее дети, чтобы превознести ее, и муж, чтобы восхвалить. Многие женщины достигали успеха, но ты превзошла их всех.
обманчива прелесть и приходящая красота. Лишь женщина, посвятившая себя своей семье и детям, достойна похвал. Восхвалите ее за дела рук ее, и пусть прославится она деяниями своими во всем городе. Как я уже сказал, эта короткая поэма описывает черты еврейской женщины. И, дорогие Анна и Леонид, Леонид и Светлана, Семен, Миша, Тамара, Гена и Марик, мы собрались здесь сегодня, чтобы проводить в последний путь вашу дорогую маму, сестру, бабушку, родственника и друга. Как я уже сказал, уходит из жизни замечательная еврейская женщина. Вся ее жизнь является примером того, как еврейская женщина должна прожить свою жизнь, посвятить свою жизнь своей семье и детям. Татьяна Шурцлеп родилась в 1932 году в еврейском местечке Славутов в Хмельницкой области. В семье было трое детей. Старший брат Анатолий, Татьяна была средним ребенком, и младший брат Семен. Папа Яков работал и обеспечивал семью, а мама Рахиль была домохозяйкой и занималась воспитанием детей. В начале Великой Отечественной войны отец Яков ушел на фронт и погиб в 1942 году. А мама с тремя детьми эвакуировалась на Урал, где они и провели годы войны. После окончания Великой Отечественной войны они вернулись обратно в город Славута. Татьяна сначала окончила среднюю школу, а затем педагогический техникум. Она стала педагогом и работала учительницей младших классов по распределению в Хмельницкой области. Там же, в Старой Синяве, где она работала, она познакомилась со своим будущим мужем. В 1952 году Михаил и Татьяна поженились. Они очень любили друг друга. Результатом этого брака стали вы, Анна и Леонид. Михаил и Татьяна прожили вместе в любви и согласии 17 лет. К сожалению, в 1969 году трагически в результате автомобильной катастрофы муж Михаил погиб, и Татьяна осталась одна с двумя детьми. Как я уже сказал, она была настоящей еврейской мамой. Она очень любила вас, Анна и Леонид, и заботилась о вас на протяжении всей своей жизни. Будучи сама педагогом, она привела вам, своим детям, любовь к образованию. И тот факт, что вы стали грамотными и очень образованными людьми, является ее большой заслугой. Она никогда не хотела обременять вас своими проблемами, никогда не жаловалась ни на что. В 1971 году Татьяна познакомилась с Михаилом Затуловским, а через год, в 1972 году, они поженились. И Татьяна с двумя детьми переехала жить в Киев, где жил ее второй муж Михаил. У Михаила была дочь Лариса, а у Татьяны было двое детей, Анна и Леонид. Таким образом, две семьи слились в единое, и Михаил Затуловский заменил вам отца. Анна, вам было 17 лет, а вам, Леонид, было 13 лет, когда ваша мама вышла замуж второй раз. И Михаил, как вы сказали, он был необычайно добрым человеком, и он буквально заменил вам отца. Ваши отношения с ним на протяжении всех этих лет были как отношениями отца и детей. И ваша мама полюбила Ларису как свою дочь также. И, как я сказал, ваши две семьи слились в одну большую семью. Отношения между Михаилом и Татьяной были совершенно удивительными. Они были неразлучны на протяжении всех 36 лет, что они прожили вместе. Михаил был удивительно энергичным
и неугомонным человеком. Он был успешным в своей профессиональной деятельности. Он участвовал в построении космодрома Байконур. И, как я сказал, их отношения были удивительно теплыми, сердечными. Они очень беззаветно любили друг друга на протяжении всех лет, что они прожили вместе. Первым уехала из России сюда, в Америку, дочь Лариса, дочь Михаила. Она приехала сюда в январе 1981 года, приехала в Кливленд к родителям своего мужа Бориса. А в 1988 году Михаил приехал сюда, в Кливленд, чтобы навестить свою дочь. И он вернулся обратно в Киев с вызовами для всей своей оставшейся семьи эмигрировать из Украины и приехать сюда, в Америку. И в 1989 году вся ваша семья, которая осталась на Украине и в России, приехала сюда, в Кливленд. Леонид и Светлана, вы приехали со своей семьей сюда из Ленинграда, а Михаил, Татьяна, Анна и ваш муж Леонид и ваша семья, вы приехали сюда из Киева. Вы все приехали сюда, в Кливленд, и таким образом вся ваша семья соединилась здесь. Михаил и Татьяна уезжали из это был еще Советский Союз тогда, спокойно и без каких-либо сожалений. Они приняли и полюбили Америку с большим энтузиазмом. И, безусловно, огромную радость им приносило то, что вся их большая семья здесь соединилась, в Кливленде. Они все оказались вместе. Праздники, застолья, шум, внуки – все это теперь составляло их новую американскую жизнь. Они пытались учить английский язык, сдали на гражданство, чем очень гордились. Они сумели поездить и здесь, по Америке, и они съездили в Калифорнию, в Миннеаполис, Канаду, даже сумели съездить в Израиль, где у Татьяны были родственники. Семен, вы и Татьяна были очень близки на протяжении всей вашей жизни. Вы очень любили друг друга, заботились друг о друге и волновались друг о друге. Вы постоянно общались друг с другом и там, в России, и здесь, в Америке. Татьяна была удивительной хозяйкой. Она изумительно готовила. У нее всегда было много друзей. И там, в Советском Союзе, и здесь, в Америке. Здесь у нее появилось много новых друзей в доме по 8-й программе, где они жили. Она была очень умной, и к ней всегда обращались за советом. Татьяна была очень образованной и прекрасно владела русским и украинским языками. И часто она выступала на днях рождения и других событиях, поражая всех своими речами. Татьяна была необычайно организованной и аккуратной женщиной. Она сама вела все свои дела, сама выписывала чеки, сама, так сказать, занималась всеми своими делами здесь, в Америке. Ее дом был всегда чистым, и все было всегда на своих местах. И, как вы мне рассказали, даже когда она была в госпитале, то она командовала сестрами, чтобы они, так сказать, все клали туда, где она хотела, чтобы они все, так сказать, клали на свои места. Татьяна очень любила читать. Она обожала музыку и концерты, особенно когда выступали дети. И здесь, в Кливленде, она обожала смотреть русское телевидение. Смерть мужа Михаила в 2008 году потрясла ее. Он умер внезапно и неожиданно. Татьяна очень тяжело переживала его потерю, но она была очень сильной женщиной, и она продолжала жить самостоятельно и независимо в своей квартире. Она по-прежнему не хотела обременять вас, Анна и Леонид, своими проблемами. Она обожала своих внуков, Михаила, Гену и Марика. Михаил, как мне рассказали, бабушка вырастила вас, когда вы жили вместе в Киеве.
и все вы, ее внуки, всегда интересовались ее новостями и общались с ней. Татьяна постоянно общалась со своими родственниками в Израиле. Для нее было очень важным чувствовать эту родственную связь со всей своей большой семьей. Татьяна была особым, замечательным педагогом. И спустя много лет ее бывшие ученики из Киева помнят ее и выражают ей глубокую признательность за все то, что она заложила в них. На протяжении многих лет у Татьяны было слабое сердце, но она никогда не жаловалась. И, безусловно, американская медицина помогла здесь ей. Она перенесла операцию на сердце, ей сделали байпас, ей поставили пейсмейкер. И все это, безусловно, продлило ее жизнь. Но в конце концов, несколько дней тому назад ее сердце остановилось, и ее жизнь подошла к концу. Татьяна Шурслеп прожила свою жизнь честно и достойно. Ее жизнь была посвящена ее семье, детям, внукам и ее ученикам. И память о ней навсегда сохранится в наших сердцах. Техини шмата царура бицрора хаим, пусть ее душа будет навечно повязана со всеми живущими. Я знаю, что несколько членов семьи хотят поделиться своими воспоминаниями о Татьяне. Пожалуйста, я не знаю, кто будет первым выступать. Мамочка, родная, любимая, самая лучшая мама на свете. Ты моя гордая, независимая королева. Ты никогда не применяла меня и моего брата. Как тяжело бы тебе не было. Решала, как могла, все свои проблемы. Твою доброту, порядочность и скромность ценили все наши родственники, друзья и твои соседи. Ты всегда приходила на помощь в тяжелую минуту. Вчера мне позвонил твой кардиолог, доктор Брэд Мартин. Мы долго беседовали, пытались понять, или можно было предотвратить то, что произошло. Но, к великому сожалению, в этот раз болезнь оказалась выше всей современной медицины. Твой кардиолог сказал, что навсегда запомнит твою добрую и искреннюю улыбку. Спасибо тебе, родная, что ты нас вырастила, дала высшее образование мне и Лене после гибели нашего отца. За всю твою любовь и преданность к нам низкий тебе поклон и благодарность. Пусть земля тебе будет пухом. Что еще можно сказать? Пусть все твои дети, внуки, правнуки будут здоровы и счастливы, как ты это сама себе, как всегда ты им желала. Мы всегда тебя будем любить и помнить, вспоминать. Ты всегда хотела находиться рядом с нашим любимым Романовичем, дядей Мишей. И он тебя дождался. Мы очень вас любим и скорбим. Сегодня, когда у человека есть мама, ты чувствуешь, что ты ребенок. Мы уже, к сожалению, не дети. Сегодняшнего дня, мамочка, прости, пусть тебе земля будет пухом, дорогая наша любимая. Дорогие друзья, мы здесь собрались, чтобы проститься с мамой, бабушкой Таней. Когда ребенок рождается на свет, его первые слова: «Мама». Когда ребенку плохо, он хочет поделиться своими радостями, он обычно бежит к маме. И мама окружает своих детей любовью и заботой, дает им понять, что они всегда будут под ее крылом. И в минуту радости, и в минуту горя. Такой была
мама Таня, которая до последних своих дней отдавала себя нам, окружая заботой сначала детей, а потом внуков. Мама, ты передала значительную часть своей любви и беззаветной преданности, и уже ничто не сможет изменить нас. Ты была настоящей еврейской мамой. К сожалению, в современном мире уже не всегда встретишь таких, как ты. Дай Бог им судья. Спасибо тебе, что ты нас вырастила нормальными детьми. Как трудно тебе не было. Мы это ценим и никогда тебя не забудем до последних наших дней. Ты всегда останешься в наших сердцах мамой, бабушкой Тани. И после смерти твои фотографии излучают бескорыстную любовь и заботу о нас. Твои дети, внуки, родственники и друзья всегда будут помнить тебя. Пусть земля тебе будет пухом. Ты ушла, но ты с нами навсегда. Философское выступление. Мама, какое короткое слово, но как много в нем всего заложено. Богом, судьбой, природой, жизнью. Создано это хрупкое и такое сильное произведение. Мама. Вдумайтесь. Сначала она задумала вас. Создала из одной клетки. Затем вынашивала долгих 7 месяцев. Затем в муках и потугах родила вас на этот свет. Казалось бы, все, дело сделано. Но нет, это только начало. Она, мама, научила вас всему. Говорить, ходить, писать, считать, думать, понимать, творить. Любить, замечать, готовить, понимать. И неважно, как далеко или близко вас занесло в этом мире. Мама всегда с вами. Она может вас не видеть, не слышать, даже не знать, где вы, но она всегда есть. Всегда с вами. Она вас всегда чувствует, она вас всегда любит, она вас всегда понимает. Только ей дан этот великий дар быть мамой. Даже когда ее уже нет, она все равно с вами до конца ваших дней. В вашем сердце, пока оно бьется. Ну, это немножко философия. Теперь я реально. Она была моей мамой. Она не была моей родной мамой, к сожалению. Так сложилось, что за почти 45 лет я назвал ее мамой очень редко. Она была Татьяна Яковлевна, теща. Она была моя теща. Ну, какая теща? Не знаю, кто из сидящих мужчин в этом зале прожил в маленькой квартире больше 10 лет, день и ночь, бок о бок, со своей тещей. Я, да. И что? Кто первый пеленал и учил мою жену пеленать моего ребенка? Кто скоблил и драил нашу уютную маленькую квартирку? Научил снимать туфли в коридоре, а не ту. Кто радовал, уделял нас печеньями, соленьями, блинчиками, котлетками, при этом работая полный рабочий день. Кто боролся с алкоголем в семье, но при этом был первым помощником при производстве самогона, а затем еще и отпаивал мужиков рассолом с утра. Кто учил моего сына, своего внука читать, писать, думать, чувствовать, быть человеком. Кто был мамой и какой после своей смерти первого мужа, а затем любящей женой, мамой, бабушкой и тещей до последнего дня своей жизни.
Я называл ее мамой впоследствии, и она была больше, чем мама для меня. Она была со мной, с моей семьей, с моей женой, моим сыном, окружая своей любовью, заботой, моей помощью всю свою жизнь. Сегодня ее нет в живых, но она с нами всегда. Она в наших мыслях, в нашем сердце, в наших разговорах, в нашей памяти. Она с нами. Была, есть и будет. Пока мы живы, пока мы живы, наши дети и внуки. Пусть ей будет хорошо там. Она этого заслужила. И пусть земля ей будет пухом. Спасибо большое за ваши теплые душевные слова. Пожалуйста, встаньте для поминальной молитвы. Please rise for the memorial prayer. Эйл мале рахамим шахай небам рамим амецемено ханехонон Ахат канефхей ашхина, бемагалот кедошим отгорим, кезвар гаракия мазгерим, эт нишмат Татьяна бат Яков верахел, шагала халле голама, бегана данет хехай менухатам. Ана бавалвара хамим, астирей габы сетеркна фахале холламим. Вети цурор би цурор хаим эт нишмата, адуагана вайгуна халатха, ветану агбе шалом але мишкава, веномар. Боже любви обильный, обитающий на горе, дай обрести упокоение блаженное под крылами Шехины, на лестнице святых пречистых небожителей, зарею небесной сиящих, душе Татьяны Шурслеп, отошедшей в вечность. Ради обета благостыни, изреченной в припомине души ее, да будет ее упокой в саду Эдема, сего же ради владыки милосердия, укрой ее под сенью крыл своих навеки и приобщи к союзу бессмертных душу ее. Да будет удел ее в Господе, и да почиет она на ложе своем в мире. И мы все говорим аминь. Пожалуйста, садитесь. На этом часть похоронной службы, которая проходит здесь, в похоронном доме, заканчивается. Мы сейчас едем на кладбище Маунт Синай, кладбище, которое находится на сам Center Road. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах до тех пор, пока гроб не вынесут из часовни. Те, кто будет помогать выносить гроб, пожалуйста, выйдите вперед. Please remain in your seats until the casket will be taken out of the chapel. Pallbearers, please come forward.